Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится колонка Zialot S32, и сейчас мы разберемся, как подключить ее к Android. Итак, для начала заходим в настройки Bluetooth нашего телефона. Для этого смахиваем шторку сверху вниз, после чего зажимаем Bluetooth. Дальше нажимаем «Добавить устройство». И в это время берем нашу колонку, и здесь у нас есть самая верхняя кнопка из трех. Мы ее зажимаем, держим 3 секунды, колонка включается, и спустя определенное время появляется в поиске нашего телефона. Мы нажимаем на ее название, нажимаем «Добавить». На этом все, колонка была успешно подключена. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!